Ой, праздники отшумели. Сделала себе ромашку. С волчонком пришли с прогулки, сделала ромашку. Сижу, пью ромашку. Сколько? 11:30. Надо все поубирать. Все, что там было постирано, поснимала, оно висело. То дождь сморосил, как-то то забыли снять. Вот. А сегодня смотрю, оно все чистенько сняла. Поснимала постельное, где люди спали. Все, я одна, все разъехались, а кто куда? Я не знаю. Запекала Лариса гуся вчера на стол. Я поела, мне прям так. Что, девочка, ты хочешь? Вставай, вставай, хочешь, вставай. Так мне прямо плохо. Наверное, я так старалась, а не жирная, шкуру старалась, а не есть. Вот, ну прямо. И еще остался. Не знаю. Некому доедать. Так что вот так вот. И огурцы, и помидоры. В общем, все, что Лариса... Ой, кальмары Лариса готовила. Вот это ж... Брали кальмары. Вон. И кальмары уже надо было их или поджарить, значит, во фритюре, или запечь. Ну, мы запекли. На противень, на стол. А они в кляре. Ты смотрю, ромашка, че выйти хочешь? Что? Вон. Ну, такая гадость. Я вам не могу передать. Выходи. Выходи. Не могу вам передать. Иди, иди в туалет. Свой. Тут зелененькие повесили, красные уже. А, не знаю, показывали мы вам, нет? Зелененькие так вот лучше. Лариса говорила, давай беленькие. Все. Утку положила, надо все поперемывать. Вот противень. Еще осталось, Лариса вот такой вот пекла, как пирог. Пооставалось. Много еды так осталось. Вот. Так что я хотела насчет кальмаров. Они в кляре. Никто их не стал есть. Я вам серьезно говорю. Они такие... Знаете, такое впечатление, как будто туда полпячки соды вот фуганули. Они в кляре. Вот. Ну, казалось бы, должен быть кляр, да, какой-то вкус. Чем-то, наверное, приправлен, я так думаю. Они нет, ну они в кульке, я их в кулек положила, они в холодильнике, не хочу лазить. Вот, сделала чай, надо вот это вот повыливать. Вот эти вот всякие. Мусор сегодня не буду выносить, а то гости поразъезжались, все поразъезжались. Вот, не буду в дорогу людям. Я даже сегодня, не, ладно, пусть заходит. Хотела сегодня пылесосить, прибирать. А потом думаю, нет. Так, выходи отсюда давай. Быстро. Я говорю, бегом. А не со мной переговоры вести. Быстро. Смотри, какой. Тут поснимать надо. Так что, вот такие вот у меня делишки. Хотела попылесосить, хотела все поубирать. Вот, поснимать то, что люди спали на белье, но я и поставила стирку. Это ничего страшного. А вот это вот мыть, перемывать не хочу. Так, сейчас пойду посмотрю, что там в горшке. Пока колончине. Убрала горшок. Кто пописал? Ходит, ходит. Что? Выпито было. О, видите, как красиво, да, сделано? Тут все чисто, вот этот, значит, эту вечерю, как она, тайная вечеря, да? Вот, я ее помыла хорошо, выколячками такая она была. Вчера вот такая морда какая-то у меня помятая. И этот, не знаю, что на то тёлка у меня дымится дыбом. А вчера было мало выпито. Можно сказать, что практически и ничего. О, пожалуйста, ковёр как стоял. Так и стоит, пожалуйста, коньяк. Никто ничего не хотел, все можно было пить. Ликер тоже стоит.
Вино вот это вот я чуть-чуть налила. Оно такое сладкое. Гости не пьют. Лариса не пьет. Никто не пьет. Одна я. И мне что-то не зашло. Вчера не знаю, что. Чуть-чуть вина налила. Думала, что потом открою. Хотела, кого будете. Никто не хочет. Не хочет, не хотите. Покушали, сели. Пасхи хотела печь, не пекла. Честно говоря, не было у меня времени печь пасхи. И не было... Субботу думала, и вот такое беготня туда-сюда. То работа, то то, то все, то пятое, десятое. В общем, ничего. Не пекли пасхи. Яйца покрасили. Вот. Вот что Лариса вчера готовила. Утку, кальмары. Вот. Хотели готовить картошку. Все же купили картошку, честно признаюсь. Вот. А потом Лариса говорит, ну что, зачем надо? Говорит, всего так много. Вот. Огурцы, помидоры, салат был. Вот. Такой рваный. Ничего такой салата, ничего не делали. Это колбаса, сыр. Ну, как, в общем, как и везде, как у всех. Ничего такого вкусного. Лариса такую вкусную утку запекла. Вот, очень вкусная. Обалденная. Вот это Лариса пирог. Вот, у нас были кексы. В общем, такое вот. И пончики были. Вот, Лариса покупала в субботу. Мы ничего не пекли, думаем, что было на стол. И конфеты, и такое все. Зайцы с деньгами я еще не открывала. Вот, потом открою зайцев с деньгами. Не было у меня вчера, не было времени. Вот, не было. Сели за стол, вот, собрались. Потом, значит, хотели идти гулять. Вот, ну, люди вообще-то в город пришли, приехали, хотели посмотреть, вот. Ну, трошки посмотрели, может, не этот. Все же тоже на работу, кто куда. В общем, все разбежались, кроме меня. Вот. А я дома, одна на хозяйстве. Вот так вот. Все, надо теперь... Ничего, сегодня не буду ни мыть, ни пылесосить, пусть так оно и будет. А то, смотрите, это там крошки валяются. Вот. Только постираю и помою посуду. Все, больше ничего не буду делать. Сейчас попью чай, и вот это у меня что-то бок чуть-чуть разболелся, наверное, от этой утки. Вот, объелась вчера. Вот такие пироги. Готовить мне ничего не надо. Вон. Мясо волчонку размораживать. Волчонок хотел вчера тоже разговляться, но я говорю, не надо ему этот. Утки, шмутки, все это такое, оно тяжелое. Один он ромашка ходит, бродит, все спят. Вот такие вот, в общем, так вот. Такой праздник у нас был. Хороший, тихий, спокойный. Можно сказать, семейный. Вот, в тихом кругу. Чего у меня такая сегодня морда помятая, я не знаю. Челка дыбом. А потом к вечеру залезу еще голову раз помою. Правильно? То вчера тоже. Вот. Надо жарили, шкварили. И вот так вот на кухне. И уже все, голова уже все. Сегодня сейчас тоже наволочки поменяю. В общем, вот такие вот пироги. Вот не знаю, что вы готовили. Ну, и, наверное, у всех готовят, как всегда. Я хотела такой рецепт пасок. Помню, мама рецепт пасок. И я нашла такой рецепт пасок. Я вот эти такие вот сильно пасхи, которые вот показывают, знаете, вот такие вот, чтобы были прям мягкие-мягкие. Мне не очень нравится. Но это же не бисквит. Я считаю, что пасха, она все же должна немножко быть не сильно изобитая, но и не сильно быть такая вот прямо рыхлая. Но это на мой вкус. Я считаю, что она должна быть средней такой вот плотности. Я нашла, хотела делать, ну, и масло достала, ну, говорю, что потом, думаю, это же не надо, чтобы была тишина, и люди приехали, думаю, не, надо, в общем, без пасок. Надо, чтобы было тихо, спокойно, в общем, такая атмосфера, а так у нас немножко то-то, все как-то так, знаете, вот. Весело. Вот такие вот пироги. Все хорошо, только не было мне собутыльника. Вот, а так все отлично. Никто пить не захотел, чуть-чуть поели. Ну как чуть-чуть? Пообедали нормально. И все. Один ромашка ходит, как будто набухался. Я не знаю. Че ты бродишь?
Так, надо мне посуду перемыть. В общем, все вам показала. Все вам рассказала, свои закрома показала. Полный холодильник еще там тоже. Лариса покупала еще рыбу. Думала сделать стейки каждому по кусочку. Я говорю Ларисе, говорю, Лариса, и мясо, и утка, потом еще этот самый, такие отбивные, как, знаете, чуть-чуть они как замариновали свинину. Давно свинину не брали, замариновали ее чуть-чуть, и она такая, знаете, под крышкой пожаренная. Но она даже не пожаренная, как потушенная, что ли. Вкусная, обалденная. Я говорю, еще эти стейки. Кто-то, говорю, будет делать для кого-то. Мне, говорю, не делай. Я говорю, это, я же говорю, если бы я еще этот стейк заточила, мне вообще было бы капец. Вот так прямо от жирного, вот как жирное, чуть-чуть что-то съем. И сливочное масло заметила. Если сливочного масла чуть переборщить, скажешь, по полпачки жрет масло. Вот когда это было. Вон. Сразу у меня начинает желудок говорить привет. Вот как-то так. Вот. Хороший чай. Все. Сейчас волчонка буду кормить. Лялю покормила, этих гавриков покормила. Сейчас волчонка покормлю. Вон. И все. И что? Все. Вот. Вот так вот. Сегодня такой день. Сейчас включу телек, что там по телевизору. Сейчас пойду посмотрю, постиралась чи нет. Вот так вот. Что ты хочешь на кухне? Не могу его на кухне оставить, ромашку. Он обычно на стуле. Тут же пирог вот этот, он лазит, его ест. Зачем ты мне? Так, уже выстиралось все. Отлично. Он еще. А, Лариса еще и гречку варила. Я ей попросила, говорю, давай свари, говорю, гречки. Все. Все, что хочешь, тут еще и колбаса осталась, и все, всего, чего и душе угодно. Хлеб такой вкусный, хлеб, вот, покупали бородинский. Ой, хлеб еще купал. Не надо мне, никто приходил. Дай его завернуть. Посмотреть. Всего, что хочешь. Так что вот такие вот. Такие вот дела. Вот это я не знаю, что Лариса подоставала. Так. Все. Ой. Вот эти вкусные пирог вот этот. Делала Лариса с начинкой обалденной. Видите, какой. Да? Это Лариса сама делала. Слоеное тесто так раскатывала, ложила в этот, начинку туда ложила. Очень вкусно. И так она его распределила такими кубиками. Вот такие. Вот такие пироги. Вчера такая красивенькая была. Сегодня все брови никак. Наверное, сегодня, может, брови покрашу. Все хотела брови покрасить. Перед Пасхой не получилось. Ну, ничего. И мусор тоже сегодня не буду выбрасывать. Мусор, он целое ведро. Ведрище. Откуда? Шо, я же говорю, то салфетки, то все. Вот так вот и он, и бумага. И бумага, и такие кордоны, ну, пластмасса, но все в отдельных пакетах. Так что, вот так. Так что, девочки, мальчики, еще раз вас всех с праздником. Посидите. С праздником вас всех. Вот, Пасха. 40 дней. Так что, то, что не выпили, успеем за 40 дней еще выпить. Вот, еще напиться успеем. Сегодня вышла на улицу. Такая погода, духотища. Так что, вот, такие вот дела. Вот. Все. Буду я вывешивать белье, сейчас вывешу белье и посмотрю, что-то еще там надо посмотреть.
Что положить? Правильно? Правильно. Все. Всех с праздником. Всем здоровья и благополучия. И денег.